Приветствую вас, Алиса. На вопрос, почему, я вам, конечно, отвечу, но предупреждаю сразу, что не так это важно. Не так важно, почему. Важно, что вы будете делать дальше с этим. Что вы будете делать, как вы будете действовать и так далее. То, что вы описываете, называется довольно просто. Страх близости. Страх близости, страх проявления искренности, проявления чувствительности, страх, так сказать, доверительных отношений и так далее. Вот то, что вы описываете. Отношения, которые у вас были раньше, это отношения поверхностные, где вы эмоционально не увлекались, где, вероятно, ваши партнеры воспринимали вас так, как вы относитесь к себе. Вероятно, вы этого не признаете, но мне кажется, что вы подозреваете, что такова ваша ценность, хотя это, безусловно, не так, но, тем не менее, есть у меня такое подозрение, что вы к себе относитесь именно так. Вот. То есть, если мужчины воспринимают вас как сексуальный объект, то, вероятно, вы о себе того же мнения, если вы соглашаетесь на такие отношения, либо вам, в принципе, больше ничего не надо. Здесь момент немножко другой, что когда вам встречается человек, который относится к вам по-другому, вы начинаете бояться и боитесь вы по нескольким причинам. Во-первых, ну вот, такое вот, как бы сказать, может быть, такое достаточно важное, я бы сказал, замечание касается того, что, вероятно, вы этого сильно хотите. То есть вы, вероятно, достаточно сильно хотите того, чтобы вас воспринимали серьезно. Отсюда страх, что вот я поверю сейчас. Поверю тому, что меня можно воспринимать серьезно. Я поверю, а меня раз и обманут. Ну, к примеру. Вот. И это, конечно, мотивирует вас бояться. И в этом действительно есть для вас серьезная угроза. Это правда. Здесь, как говорится, не бровь, а в глаз. Вот. Следующий момент. Это, вероятно, то, что вам в таком состоянии легко причинить боль, когда с вами только спят, когда вы только в интимных отношениях с мужчиной, боли вам причинить вряд ли можно. Ну, потому что все просто, все понятно, все достаточно, как бы, ну, не трудно, не сложно. И напротив, когда ситуация складывается вот так, как она складывается, да, то здесь все сложнее, здесь все труднее, гораздо. И на мой взгляд, все более серьезно. Вы боитесь серьезности, потому что вам сложно себе доверять.
человек, который себе не доверяет, да, ну, тяжело переносит близкие отношения, потому что другой человек представляет для него такую, знаете, угрозу, я бы сказал, угрозу потери себя, потери своей целостности. Вам кажется, что в таких отношениях вы можете потерять себя, ну, потому что себя-то вы как раз не очень хорошо чувствуете и к себе не очень хорошо прислушиваетесь. Также возможна ситуация, что вы не знаете, как себя вести, потому что такого рода отношения реагировать нужно на чувства чувством. Вот. А вы можете не знать, как это, не отдавать себе в этом отчет и не уметь реагировать чувствами, потому что вы этого делать не привыкли. Вот. Соответственно, страх показаться глупой, вот. Если вы будете реагировать, например, своими чувствами. И тревога из-за того, что не реагировать чувствами нельзя. Отсюда полная неопределенность, но без дна от такого опыта и страх. Решается подобно решается через развитие эмоционального интеллекта, в первую очередь поднятие самооценки и более, может быть, четкое представление о личных границ. Ну, то есть выработка личных границ. Тогда и вопрос таких и проблематики такой вставать у вас не будет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Надеюсь на отклик по моему ответу. Это послужит вам началом работы над собой.